«Время желать». Под таким названием на русском радио проходил конкурс, приуроченный к 25-летию радиостанции. Стать его участником мог любой желающий. Для этого нужно было просто зайти на сайт русского радио и написать свое желание. Самые интересные отбирало звездное жюри, а радиослушатели получали то, о чем они давно мечтали. Одними из победителей стала семья из города Бологое. Вручение заветного приза состоялось в одном из самых живописных мест Твери. Эфир у нас непростой. Со мной сегодня в студии победители конкурса «Время желать» на русском радио. Семья Павловых, здравствуйте! Привет! Для Натальи и Андрея Павловых нынешний 2020 год стал по-настоящему особенным. Совсем скоро супруги отметят хрустальную свадьбу. Свой юбилей недавно отпраздновала и Наталья. Праздничных дат столько, что, кажется, успевает только получать поздравления и подарки. А тут подоспел еще один от русского радио. Радиостанция с конца прошлого года проводила конкурс «Время желать». Чета Павловых пожелала туристическую палатку и получила ее. Ну, рассказывайте, Наталья, все-таки что побудило вас написать на русское радио? Мечта нашей семьи была сходить в поход. Инициатором этой мечты была вот дочка Милана. Все время в поход, в поход, в поход, в поход. Ну, никак вот, ну не хватает средств купить палатку. Ехали в отпуск, русское радио, время желать. Думаю, дай попробую, может исполнится мое желание. Написала, позвонили. Вся семья рада, собираемся в поход. Приз победителям вручал региональный представитель русского радио в Твери. Церемония награждения проходила на высоте птичьего полета на обзорной площадке бизнес-центра «Тверь». Вид на город, как известно, с нее открывается потрясающий, а потому семья Павловых, разумеется, не упустила возможности сделать парочку ярких фотографий. В перерыве супруги ответили на несколько вопросов нашего телеканала, и главный из них – куда семья отправится в первый поход. У нас озеро рядом с дачей, Бахмаре. Я думаю, что там разместимся на ней. А потом, скорее всего, Селигер. Спасибо русскому радио за доставленные эмоции, впечатления. Это здорово. Ну и на этом сюрпризы для семьи Павловых не закончились. Ко дню рождения одной из дочерей Натальи и Андрея бизнес-центр «Тверь» приготовил для своих гостей еще один подарок – роскошный обед в ресторане «Панорама», где вся семья смогла не только вкусно поесть, но и еще раз оценить красоты региональной столицы с высоты 22-го этажа.